Трое моих родственников, они умерли преждевременной смертью в автокатастрофе. Умерла сестра моей мамы, ее сбила машина. Умерла жена моего брата. И последняя смерть – это был мой племянник, который был мне как брат, с кем я росла. Он был мне очень родным человеком. Новость о его смерти повергла девушку в шок. Мальчик погиб в автокатастрофе на пути в школу, куда обычно они ездили вместе. Но в тот роковой день Ника не поехала с ним в машине и поэтому осталась жива. Я думала, что если я была бы в этой машине, он бы не умер. Я думала, что лучше была бы я на его месте. После этого с Никой стало происходить что-то странное. Постоянные мысли, что она должна была быть в той машине и умереть, не оставляли девочку ни на минуту. Я жила в таком сером мире. Я часто ходила к племяннику на могилу. Думала о том, что на его месте должна была быть я. В таком угнетенном состоянии Ника прожила около 2 лет. У нее появились друзья, с которыми она пыталась скрыться от своих серых будней и мрачных мыслей. Я пыталась убежать от этого мира, где меня не любили, не воспринимали. Появился друг, он меня отвлек от этой жизни. У него был мотоцикл, мы часто с ним куда-то ездили. Я испытывала что-то новое для себя, то, что меня отвлекало. Но одна из таких поездок на мотоцикле стала для Ники роковой. И мы едем, он разгоняется. Обычно я ему говорила, как бы ехать медленнее, но в этот день я ему не стала делать никаких замечаний. Я смотрела на поле, там было красиво, и я отвлеклась. Он сильнее со мной разгонялся. Услышала, как он сказал: «Все». Марта 2015 года мотоцикл, на котором ехала Ника вместе с другом, столкнулся с машиной, несущейся им навстречу. Когда я открыла глаза, я сделала глубокий вдох, и мне нечего было дышать. Мне мешал шлем. Я его сняла, и мне было больно в ногах, в спине. Я не могла ни разговаривать, ни двигать головой, ни телом, ничего не могла сделать. В этот момент я понимала, что в моем роду многие умирали от аварии. И, наверное, вот и моя очередь. Ника чудом осталась жива. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. После полного обследования у девушки выявили закрытый консолидированный компрессионный перелом 2 позвонков. Врач сказал, что у меня один сломанный позвонок, а другой раздроблен, и мне ни в коем случае нельзя делать лишних движений. Нике нужна была срочная транспедикулярная фиксация позвоночника. Это установка поддерживающей конструкции из металлических стержней и винтов, которую устанавливают с целью создания опоры для прооперированного сегмента позвоночного столба. Сказали, что операцию нужно делать, потому что если я ее не сделаю, то я не смогу ходить. После операции Нику ждал долгий процесс реабилитации. Она испытывала сильнейшие боли. Ей пришлось заново учиться ходить. Мои мышцы были атрофированы полностью. И я держалась на одних костях. Я хотела пойти побегать, погулять. Но я не могла сделать больше 10 шагов. Мне было больно ходить. У меня болели ребра, болела спина, болела голова. Я не могла нагибаться из-за этого импланта, который был у меня в спине. Каждый раз, когда я нагибалась, я чувствовала эту боль. На восстановление Нике понадобилось около года, но все физические боли по сравнению с душевными отошли на 2-й план. Врачи сказали, что я уже в любом случае не смогу жить полноценной жизнью. Я думала, что в свои 16 лет я потеряла всю свою жизнь. В тот момент мне казалось, что больше никогда в жизни не стану счастливой. Я думала о смерти, думала или покончить с собой. Очень часто посещали меня мысли
что, возможно, было бы всем легче, если меня не станет. Ника была на грани отчаяния. Она думала, что уже никогда не вырвется из замкнутого круга, что проклятие преждевременной смерти может настигнуть ее в любой момент. Эта мысль угнетала ее, принося в сердце страх и безразличие к жизни. Именно в этот тяжелый период знакомая Ники пригласила девушку на служение в Духовный центр Возрождения. Когда я увидела, что люди освобождаются, я увидела, что они кричат, что они плачут. И я как заплакала не от того, что мне было больно, а потому что я увидела эту боль в других людях. Бог коснулся меня. И у меня было четкое понимание, что Он существует. Я больше не сомневалась в этом. Когда был призыв к покаянию, Ника вышла на сцену и примирилась с Богом. Здесь, в церкви, девушка узнала о колледже «Гора Моисея». Когда мне сказали, что существуют такие чудеса на колледже, что там исцеление, что там разрушение родовых проклятий, Бог меняет судьбу людей. У меня было сильное желание туда попасть. Прошел год с момента операции, и Ника еще испытывала сильные боли в спине. Но, несмотря на это, в 2016 году Ника приехала из Москвы на колледж в Киев. И в первый же день колледжа она ощутила присутствие Бога и прикосновение Святого Духа. Когда я приехала на колледж, в первый же день я почувствовала это помазание, которое было в зале. Столько было людей. Я плакала, я очень сильно сокрушалась. Я чувствовала очень сильно Бога. Во время молитвы апостола Владимира за разрушение родовых проклятий Ника пережила особенно прикосновение Святого Духа. Когда приходит помазание, оно освобождает нас. Оно освобождает пленных. Оно отпускает измученных на свободу. Помазание открывает темницы. Помазание освобождает от проклятий. Нет сегодня на земле силы, которая может противостоять помазанию. Со мной начали происходить какие-то непонятные вещи. Я начинала задыхаться, как чувствовала, что я задыхаюсь, держалась за горло. Я и кричала, и плакала. И чувствовала, как Бог касается моей души, что-то там происходит внутри. В этом зале прямо сейчас сила Божья движется, как волна, разрушая на своем пути все болезни, все проклятия во имя Иисуса. Когда апостол изгонял дух смерти, дух преждевременной смерти, живущий в роду, прямо сейчас, именем Иисуса Христа я изгоняю тебя. Тогда я чувствовала такой страх внутри. И я понимала, что это не я, не мой страх. В одну секунду я чувствовала очень много всего. Страх, гнев, боль. И так быстро-быстро эти эмоции. И я не могла сфокусироваться на чем-то, кроме того, чтобы сказать: «Бог, помоги, освободи меня». Я разрушаю дух смерти на этом месте! Я разрушаю дух смерти во имя Иисуса! Меня вывели на сцену, и апостол начал молиться за людей, и он меня взял за шею. Произошел такой удар, и я почувствовала в этот момент, что та сила, которая была вокруг него, было четкое понимание, что это Бог, что это Дух Святой. В этот момент я поняла, что все, кто умер в моем роду, это было из-за этого духа смерти, который был на нашем роду. И я чувствовала, как этот демон, этот бес, он оставляет меня. Пусть никто не умрет в этом зале, Господь. Пусть будут отменены смертные приговоры. Я молю тебя во имя Иисуса! О, Бог! Цепи упали. Оковы упали. В тот момент реально я почувствовала свободу. Освободившись от родового проклятия преждевременной смерти, Ника восстановилась и на физическом уровне. Когда апостол молился, и когда он сказал, что сейчас исцеляется позвоночник, то я понимала, что это адресовывается ко мне. Позвоночник у кого-то только что был исцелен. Прямо сейчас исцеление позвоночника. Прямо сейчас вы почувствовали тепло
Дух Святой, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя. Дух Святой коснулся меня. Он коснулся моей спины, я почувствовала, что вся моя спина, она горит. И после этой молитвы я заметила, что боли нету, что она утихла. Единственное, что сковало мне движение, это имплант, это железка, которая не давала мне полностью двигаться. После колледжа Ника вернулась домой в Москву совершенно другим человеком, наполненной радостью и огромным желанием жить. И первым делом она отправилась на операцию по удалению имплантов, которые ранее поддерживали ее жизнедеятельность, а теперь после молитвы только мешали девушке жить полноценной жизнью. Мне удалили эти импланты, их сняли, мне они больше не нужны, и я больше не ограничена в движениях. Я бегаю, я прыгаю, играю с друзьями в волейбол. Я сегодня счастлива, потому что Бог изменил мою судьбу. У меня есть семья, которая всегда мне поможет. Церковь – это моя семья. В церкви я получила ту любовь, которой мне не хватало в детстве. В церкви я получила эту поддержку. И я счастлива, что Бог сегодня через меня помогает другим людям. Сегодня Ника, окончив Академию пасторства, является молодежным лидером в Московском духовном центре «Возрождение». Я очень сильно понимаю все сферы молодежи. Любой бы человек, который бы не пришел, все, что он бы мне не рассказал, я через это уже проходила. И мне очень сильно нравится, когда люди, когда подростки, они открываются Богу. И когда они понимают, что выход есть. И я счастлива от того, что я сегодня могу кому-то помочь. Ника благодарна Господу за то, что Он освободил ее от духа смерти, преследовавшего ее род. Теперь она живет полноценной жизнью и знает, что ее жизнь в руках великого, любящего Бога, и она находится под Его защитой. И я благодарю Бога за то, что Он все-таки нашел меня, что Он услышал и освободил меня от этих родовых проклятий, которые шли по роду, от этого духа отверженности, от этого духа смерти. У меня уже новая жизнь, совсем другая судьба. Я знаю теперь точно, что моя жизнь, она будет счастливой.